Ура! Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, Доброе доброе утро. утро. Короче, я ехал, начался сильный дождь. Я поехал постираться. И мне некуда было скрыться, я на самом деле наврал, что я укрылся, потому что я ехал под самым-самым. Спрашиваю, а вы знаете, где здесь, ну, постирушная? И он мне говорит, вот тут, вот тут, вот тут. Я думаю, блин, еще куда-то ехать, может подожду. А оказывается, это как бы, ну, в 2 метрах просто. В общем, там машинки, они стирать должны час, они стирали, не знаю, до хера просто, потому что таймер постоянно туда-сюда скакал. Мы очень голодные. Еды вообще нету на улице. Пару Подожди, манго я нашел. Ты Все. купил? Да, я их купил. Поехали Очень долго. на берег завтракать. Добыча. Отчет по травме. Она перестала быть такой пухлой. Нормас, нормас. Процесс идет. Еще, кстати, я нашла в 7-Eleven такие наклеечки на прыщи. Вот. И они вроде как тоже действуют, потому что мой прыщ был намного более выпуклый. So frustrating. Okay, babe. Okay, babe. Okay. Okay, babe, do it. Жареный горячий чил. Мохито с помидоркой. Не канара! Вообще-то мне надо поесть сначала. Taste test, taste test. Что скажешь? Вкусно? Не так остро, как я думал. Damn it! Я думал, что прям будет, знаете, вырви булки. Ребята, реально просто так вкусно. Я готова. Туалет. Вот очень классные двери. Рыбки, которые плавают. Есть вот цветы, сам туалет и биде, и шуня. Сейчас здесь подписываю. Пожалуйста, не оставляйте ткани или гигиенические салфетки вниз в унитаз. Поблагодарить. Неплохо. Я предлагаю сделать массаж. Пойти. Поехать. Поехать. До свидос, у хорошего вам времяпровождения. Была ошибка. Была ошибка. Сейчас. Так.
Я приехала в то место, где мы обычно делаем массаж. Тетенька сказала, то, что ее сын в меня влюблен, поэтому я попросила, чтобы мне сделала массаж какая-нибудь женщина. Она, наверное, хотела сделать мне приятно, но что делать, если it's uncomfortable. I'm making a video. Yeah. Thank you. Yeah. Просто супер. Эта женщина сделала мне так больно и так хорошо. Did you have a nice time? What are you wearing today? I'm wearing a blue shirt that's like transparent and also a sports bra underneath and also like a skinny jeans that are two sizes bigger than I am. H&M, Hermes. Я вся покрыта маслом. Эта женщина массировала мне живот, голову, лицо, шею, спину, ноги, попу. Попу ужасно больно, пипец. Там в попе какие-то точки, на которые она прям так, вот так вот. Весь сеанс я орала и делала звуки. Она такая, еп-еп-еп, еп-еп. Так, куда мы едем? На фишермен рынок. Мы не знаем, что там будет вообще. Звучит как рыба, но возможно нет. Шняга для туристов. Шняга для туристов. Шняга для туристов. Будьте осторожны. Fisherman Village, и, естественно, мы плохо погуглили, и мы думали, что, точнее, я думала то, что это когда приезжаешь, и везде рыба, 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 и сифуд, и всякие фишермены торгуют. На самом деле нет, это рынок, где продается всякая туристическая фигня. Но это тоже классно, потому что я хочу купить футболок. Это самое вкусненькое. Жопой встала мне. Светануть очком. Это для Андрюши. Это для Андрюши.
такси. Окей, у нас есть Санг Сом, кинесит, три маракуи. Нормально. Куча манго. Кинесит, кинесит. А нарезал? Я. Леха. Очень красиво. Вообще как тает прям. Сахар. Зарезаем маракую на половинки. Ой. Наливаем ложечку бухача. И так берем так сахарочек. Так вот. Размешиваем вот так вот ложечкой. Берете все. Штука такая вот. За то, что вы поженились и все и вы со мной поехали. Корабль да. любви отплыл. Да. Паруса надулись. Мы слышали, как это. Аминь. Леха пукнул. Пока. Довольно вкусненько. О, да. Как устроить себе хороший вечер? Да. Ну вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и рассказывайте всем рекламодателям, что я снимаю очень классные travel-влоги и что мне нужно платить деньги и поселять меня в классные гостиницы, чтобы я рекламировала их товары. Спасибо. Не пишите мне в личку.